Главное, чтобы не узнала дочь. Она просто меня очень сильно любит. Ну, как сын тоже, но она такая там папина дочка. Вот, она тоскует. Постоянно думаешь только о семье. Как они там без тебя? Справляются, не справляются, тяжело. Я очень рад, что я еду домой. Буду праздновать дома Новый год со своими самыми близкими людьми. Но и там у меня остались близкие друзья, которые стали мне, по сути, братьями. И вот ты переживаешь, конечно же, да, чтобы вот за эти две недели, которые у меня не будет, чтобы там ничего не случилось. Поехали. Возвращайся, мы тебя любим. Опа! Где у вас принцесса? Она буквально на днях плакала, спрашивала, а когда мы увидим папу? Мы сказали, что папа весной придет в отпуск. Но вот видите, как получилось. Это самый лучший подарок. Мне кажется, это будет самый теплый Новый год.